Почти 1500 займов реструктурировали с июня по сентябрь этого года кредитные организации Верхневолжья. При этом в 9 из 10 случаев возможность изменить график погашения была предоставлена в рамках собственных программ банков. Речь идет об общей сумме в 678 миллионов рублей, передает пресс-служба регионального отделения Центробанка. Напомним, что с будущего года вводится постоянный механизм кредитных каникул сроком на полгода. Приостановить платежи можно будет в двух случаях. Во-первых, при снижении дохода гражданина более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Во-вторых, если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации. Чтобы воспользоваться отсрочкой, нужно предоставить кредитору документы, которые подтвердят право на каникулы. Например, больничный, справку из налоговой или о регистрации на бирже труда. Когда заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации, понадобится подтверждение от местных властей о введении режима ЧС.